Новые звезды зажигаются очень рано. В театре эстрады с сольным номером выступила юная первоуралочка Валерия Потапова. Дебют состоялся в эти выходные, но семья, да и сама Лера, до сих пор не могут поверить, что девочка уже выступает на большой сцене. Попала она туда волей случая, рассказывает бабушка артистки. Сначала Валерия занималась в вокальной студии у Натальи Новодворской, а сейчас уже покоряет уральскую столицу. Сейчас вот театр эстрады пригласили педагога, и педагог двух девочек, то есть выбрала нашу в том числе, и вот забрала с собой в театр эстрады, их без конкурса туда взяли, поэтому ну как тут не радоваться. Несмотря на то, что Лере всего 9 лет, она обладает большим и сильным голосом, рассказывают родители. Это отмечают и жюри на многих конкурсах, в которых участвовала девочка. Но петь в спектакле – это не конкурс, а гораздо больше. Тем более, что на подготовку было дано всего 2 недели. Да и перепеть непростую песню Аллы Пугачевой «Три желания» тоже надо отважиться. Эмоции перед концертом переполняли, рассказывает Лера. Говорит, очень боялась, что может ошибиться. У меня почему-то, когда я стою за сценой, у меня волнение. Когда выхожу, у меня такое... свобода какая-то. Похоже, больше всего перед сольным выступлением волновалась мама Леры. За день до премьеры на генеральной репетиции у дочери пропал голос. Вечером усиленно лечили горло. И слава богу, все хорошо. Вышла, спела так, что просто... Просто молодец, педагог похвалила. Все равно на таком уровне выступала первый раз, и переживания. Но все было хорошо. Преподаватель по вокалу была уверена, что ее подопечная выступит на все 100. А вот для остальных организаторов спектакля талант девочки оказался настоящим открытием, рассказывают родители. Ее похвалила очень режиссер театра. Вот, то есть, как бы, говорит, Лера, она преподает актерское мастерство у них, режиссер, и как бы она не слышала, как она поет, она пела-то по вокалу на репетициях. Говорит, Лера, я не ожидала, что ты так поешь. Серьезно заниматься пением Валерия раньше и не думала. Говорит, увлекалась танцами, но захотелось вместе с подругой еще и в кружок по вокалу ходить. Так и закрутилось. Уже 5 лет ее жизнь тесно связана со сценой, музыкой, репетициями и распевками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну и, конечно же, многочисленные конкурсы разных масштабов. Но даже после побед всегда есть к чему стремиться. На голос. Москву. Есть планы. Родители поддерживают. Говорят, для того и занимаемся, чтобы упорно идти вверх. Такая насыщенная жизнь не мешает Лере общаться со сверстниками. Они все фотографируются, все всегда вместе. У нее вообще нет такого, что вот я звезда там и это... Вообще такого нет. И слава богу, потому что если бы такое еще рано звездить. Валерия не оставила и занятия хореографией. Сейчас ее руководитель планирует поставить для нее номер и вокальный, и танцевальный. А это значит, что скоро юная артистка вновь выйдет на сцену театра эстрады и порадует зрителей новым номером. Елизавета Наконечникова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.